Всем привет, с вами Ефимов Евгений. Мне посчастливилось быть участником премии «Кардо». Это были 4 незабываемых дня, крутейшее соревнование, где только в одном отборе приняло участие более 70 атлетов. Соревнования проходили в городе-курорте Железноводск. Очень красивое живописное место, вы уже видели пейзажи, которые я успел снять. Также я снял огромное количество воркаут-контента, батлы, выступления, элементы, статика, динамика. Будет очень много всего в этом видео, поэтому обязательно досмотрите его до конца, поставьте лайк. Но перед началом видео небольшая реклама, а потом врываемся с крутейшим воркаут-контентом. Я хочу порекомендовать вам канал Ткачева Владимира. Вы увидите, как уличный акробат показывает свой путь в стрит-воркауте. На канале есть обучающие видео, челленджи, тренировочные влоги, тренировки на конкретные группы мышц. Обязательно поддержите атлета, перейдите на его канал по ссылке в описании и посмотрите видосы. Если они вам понравятся, поставьте лайки. Друзья, возвращаемся к соревнованиям. Сейчас немножко объясню, как они проходили. Первое, это был отбор, селекшн, то есть там принимало участие более 70 человек, и из них выбирали 10 лучших, которые проходили в батлы. Также заранее было отобрано 6 человек, они были уже в батлах. Того участвовало в батлах 16 человек, но до этого надо было еще дойти. Сейчас я покажу вам моменты селекшна, какие я успел снять. Участников было реально много, годных, крутых выступлений было, понятно, тоже очень много, но снял я, к сожалению, столько, сколько успел. А сейчас я вам покажу свое выступление на отборе. К этим соревнованиям я, к сожалению, особо не готовился, но, в общем, смотрите, как получилось выступить.
Как вы видели, первую комбинацию выполнил хорошо, без каких-либо проблем, динамика залетела на ура. А вот во второй комбинации мне не хватило выносливости, и я крупно залажал. Упал со стойки, не знаю, вот как так получилось, для меня это, конечно, очень неприятно, я из-за этого расстроился, переживал. Но все же я прошел в отбор довольно-таки с нормальными баллами, где-то посередине вот этого списка из 10 человек. И это здорово, то есть у меня появился второй шанс показать себя в батлах. Первый батл я выиграл и прошел в полуфинал, но также было много других крутых батлов. Я покажу вам лучшие моменты. We'll be right back.
следующий батл был против мощнейшего статика Курбана Гасанова. Это очень сильный атлет, который держит горизонты, самолеты на двух пальцах и делает просто нереальные вещи. Приятного просмотра! It's all about humanity. It's all about humanity. Свой батл я проиграл, конечно, печально, но все-таки выступлением я доволен. Я выступил как смог на тот момент. Понятно, уровень мой сейчас не самый пиковый, но это меня мотивирует. Мне очень хочется добиваться большего, выступать лучше, поэтому сейчас как раз-таки на этих соревнованиях я получил тот самый нужный толчок в прогрессе, поэтому сейчас будем развиваться, тренироваться, и в следующем сезоне я покажу свой максимальный уровень, на который смогу подготовиться. На данных соревнованиях, получается, я вошел в восьмерку сильнейших атлетов. Хочу сказать, что всего участников было около 80, поэтому это результат неплохой, но я хочу, само собой, выигрывать. Поэтому тренируемся, развиваемся, дальше будет только мощней. Вот так прошли данные соревнования. Я, в принципе, всем доволен. У меня еще осталось очень много материалов по соревнованиям. Это и финал, и полуфинал. Поэтому, если вы хотите, чтобы я смонтировал еще одно мощнейшее видео с топ-атлетами, то напишите об этом в комментариях, поставьте лайк. И на сегодня все. Всем пока. С вами был Ефимов Евгений. Подписывайтесь на канал. Man,
I broke. Could you never see him putting any work in?